Ой, добрый день, друзья, товарищи. Чтобы тема не ушла, тут недавно я подумал. Вы знаете, я самый лучший пациент для психбольницы. Почему, вы спросите? Да потому что я разговариваю с деревьями, с муравьями, с белками, с собачками. Ну, короче, со всем живым, что окружает умных людей. И так что, если еще есть такие сумасшедшие, как я, психически ненормальные, то я предлагаю создать, как говорится, общество сумасшедших типа нас. И открыть клинику. Клинику, всемирную клинику для особо одаренных сумасшедших. Те, которые разговаривают сами по себе, включая с деревьями, с букашками, таракашками, с птичками. Ну, иначе как? Иначе нас никто не поймет. Я иной раз сам себя не понимаю. Вот там собачка чихает. Тоже собачка чихнула, я ей говорю: будь здорова. Другой промолчит, а ты говоришь: будь здоров. Идешь кормить их, говоришь им: приятного аппетита. А до этого говоришь: готовь ложки, готовь хлеб, становись на обед. И они уже, что интересно, по своим кумурам расходятся. Ой, забавно вообще. Так что вот такие, ребят, дела. О, прелесть какая. Как тут не поговорить, не подискутировать. Лафа. Все условия для сумасшедших. Так что объединяйтесь. Сумасшедшие планеты Земля, объединяйтесь, говорю вам я. Интересный лозунг. Лозунг. Да. Такие вот дела. Сейчас он погуляли. Идем домой. Сейчас еще одного схожу и скупну. И все. И немножко будем отдыхать от жары. Ну ладненько, храни вас, Господи. С праздничком еще раз вас. Все путем, россияне.